Ивановские дошкольные учреждения готовятся к новому сезону, который начнется уже через 2 недели, 1 августа. Во время каникул в детских садах проводят косметические ремонты, обновляют фасады, меняют коммуникации. В общей сложности на дошколят потратят из бюджетов разных уровней около 90 миллионов рублей. Приоритетными работами стали в этом году ремонт кровли, замена системы отопления, водоснабжение и канализации, выполнение предписаний различных надзорных органов. Это противопожарные различные мероприятия. В детском саду номер 75, который посещают почти 100 ребят, этим летом приводят в порядок фасад, обустраивают отмостки. Кроме того, в ясельной группе перестилают пол. Последнее – предписание Роспотребнадзора. На работы потратят более 400 тысяч рублей. На будущий год планы куда более грандиозные. Пристройка у нас планируется на 90 мест, то есть в этом три группы, 60 человек детей ясельного возраста до 3 лет и остальные дети дошкольного возраста. То есть пристройка она запланирована сзади нашего дошкольного учреждения будет. Это проектные работы сейчас ведутся. По информации профильного управления, работы во всех учреждениях ведут в соответствии с графиком. Если в ближайшие дни погода не испортится, то никаких накладок со сроками быть не должно. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.